Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Грагуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Госдума приняла закон об увеличении пенсии в следующем году неработающим пенсионерам. Сколько составит прибавка? Просвещение, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателей МКД, ТСЖ и ЖСК и активных граждан Ленинского района Самары провели обучающий семинар «Мой дом». Школа безопасности для пенсионеров. Правоохранители рассказали пожилым, как не попасться на уловки мошенников. Сава и Спартак, Алевтина и Луиза, Левиафан и Корней. Какие имена сейчас дают новорожденным и почему редкое не всегда лучше популярного? Они внедряют инновационные образовательные программы и готовы делиться своими наработками. В Самаре прошел второй этап городского конкурса «Детский сад года». Зампред правительства России Татьяна Голикова открыла новые центры занятости населения в трех субъектах страны – Самарской, Липецкой и Белгородской областях. Торжественная церемония прошла в Москве в координационном центре правительства, размещенном на территории международной выставки «Россия» на ВДНХ. По приглашению федеральных организаторов в ней принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Татьяна Голикова отметила, что полная перезагрузка центров занятости в стране, теперь это центры карьеры, началась в 2019 году по поручению президента Владимира Путина. Всего по итогам года в стране будет 550 модернизированных центров, еще 346 добавится в 2024 году. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства региона Александром Мордвиновым. Глава региона отметил его эффективную работу в должности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а в последующем – зампреда правительства. В ближайшее время Александр Мордвинов перейдет на новое место работы, возглавив правительство Вологодской области. Дмитрий Азаров пожелал ему успехов в новой должности. Напомним, Александр Мордвинов присоединился к работе в команде правительства Самарского региона в 2020 году. Он пришел из сферы бизнеса по приглашению губернатора. За три года работы под его руководством было налажено эффективное исполнение задач национальных проектов, в том числе по реконструкции и строительству очистных сооружений, объектов водоснабжения, коммунальных сетей. Устные и письменные консультации, составление документов и заявлений. 20 категорий граждан Самарской области имеют право получить бесплатную юридическую помощь. Ее оказывает Государственное юридическое бюро региона. Недавно у ведомства появилось новое помещение главного офиса в Самаре. Помог с переездом председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, который приехал посмотреть, как устроена работа на новом месте. Подробнее в нашем сюжете. Новый офис Государственного юридического бюро по Самарской области совсем недавно переехал, а люди за помощью уже приходят. Среди них и Ирина Малинова. Она пришла с вопросом о социальных выплатах. Обратилась именно сюда по совету знакомых, отмечает открытость юристов. Ну, вообще мне понравилось. Люди помогают, пытаются помочь. Если это в их компетенции, то они всей душой. С переездом в новый офис, более комфортный для приема граждан, посодействовал председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Система оказания бесплатной юридической помощи действует в регионе уже 17 лет. Такую помощь получают более 20 категорий граждан, в том числе и участники СВО. Поэтому новое помещение было необходимо. Это для людей, это для жителей нашего города Самары и Самарской области. Поэтому для блага людей надо делать все, чтобы им было комфортно, чтобы им было приятно, чтобы их вопросы решались. В этом году бесплатную юридическую помощь уже получили более 7 тысяч жителей региона. Благодаря работе головного офиса в Самаре, 13 отделений по региону и передвижного мобильного офиса. Андрей Горгуленко, Петр Паламеев. События. В Самаре продолжается серия обучающих семинаров в рамках проекта «Мой дом» для председателей многоквартирных домов. На встречах горожане могут задать интересующие вопросы, в том числе в сфере ЖКХ. Накануне семинар прошел в Ленинском районе областного центра. Подробности в репортаже корреспондентов событий. Просвещение, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами для председателей советов МКД, ТСЖ, ЖСК, ТСН и активных граждан Ленинского района Самара провели очередной обучающий семинар в рамках проекта «Мой дом». Этот проект был создан в 2021 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Его активно поддерживает и развивает администрация города и глава Самары Елена Лапушкина. Ключевой задачей проекта является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении домами.
программе. В семинарах участвуют представители госжилинспекции, администрации района, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Они отвечают на вопросы активных граждан. Эти семинары очень важны для актива, для наших активистов, для представителей МКД и ТСЖ, потому что все темы раскрываются именно по решению проблем ЖКХ, по вопросам благоустройства. Жители должны знать, какую ответственность несет управляющая компания в благоустройстве. Потом также безопасность газового оборудования. Надия Каримова возглавляет совет своего дома на улице Чернореченской почти 8 лет. Несмотря на солидный опыт в этой сфере, старается не пропускать ни одного семинара. Электронную платформу ГИС ЖКХ освоила с момента ее появления. Эта система помогает решать многие проблемы. Вопросы сразу берут на вооружение и отвечают. Все вовремя, удобно, что все в одном окне. То есть жители могут оплатить коммунальные платежи, передать показания счетчика, участвовать в общих собраниях. И обратная связь работает, всегда отвечают вовремя и в соответствии с законодательством. На этот раз на семинаре жителям Ленинского района рассказали о содержании придомовых территорий, безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. На вопросы отвечали и представители ГЖИ. Такие встречи позволяют горожанам узнавать об изменении законодательства в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и новых инструментах решения возникающих вопросов. В рамках проекта «Мой дом» количество собраний жителей многоквартирных домов, проводимых в онлайн-формате на платформе ГИС ЖКХ, значительно выросло. Эта система позволяет в электронном виде отслеживать свои задолженности, текущие платежи по коммунальным услугам, видеть всю информацию по своей квартире, по всему дому, в котором проживаешь, и является очень удобным сервисом современным для управления своим жильем. В Ленинском районе подобные встречи проводятся раз в неделю. Как правило, на них приходит от 30 до 50 человек. Кроме того, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателя МКД. Его номер 8 800 55 55 263. По нему все желающие смогут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Кудрявцева, Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Госдума приняла закон об увеличении пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году. Согласно документу, средний размер обеспечения получателей страховой пенсии вырастет на 1572 рубля до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости на 1631 рубль до 23 449 рублей. Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсии в 2024 году составят около 234 миллиардов рублей, отметил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Это решение коснется более 32 миллионов россиян, уточнил председатель Госдумы. В Самарском дворце ветеранов в рамках проекта «Школа безопасности для пенсионеров» прошла встреча городского совета ветеранов и полицейских. Сотрудники уголовного розыска, инспекторы ГИБДД и участковые напомнили пожилым людям о мерах противодействия телефонным мошенникам, о соблюдении правил дорожного движения и о внимательности при работе с различными интернет-сервисами. Подробнее в нашем сюжете. Родственник попал в беду, банковский счет был взломан или говорят, что появился незаконный кредит. Все это популярные схемы телефонных мошенников. Очень часто они атакуют людей пожилого возраста, которые более доверчивы. Как распознать злоумышленников, как им ответить и как действовать в такой ситуации? Об этом сотрудники полиции рассказали городскому активу пенсионеров. А они, в свою очередь, донесут эту информацию до своих участников районных объединений. Все это часть большого проекта Самарского дворца ветеранов «Школа безопасности для пенсионеров». Еженедельно, ежемесячные встречи вот в подобном формате, как сегодня, напоминание о том, что как действуют мошенники, потому что схемы каждый раз все изобретаются новые и новые. И если мы не будем об этом рассказывать, то вот таких ситуаций, к сожалению, становится все больше.
Кроме того, среди тем были и соблюдение правил дорожного движения, а также корректное использование интернет-сервисов. Встречи в рамках школы безопасности для пенсионеров проходят при поддержке общественного совета при региональном управлении МВД России. Кроме того, они стараются выстраивать свою работу в этом направлении через студентов и школьников, чтобы они тоже помогали своим бабушкам и дедушкам разбираться в сложных ситуациях. Должно пройти определенный промежуток времени, чтобы набрать статистические данные, и можно говорить о том, насколько эта профилактика работает. В целом она необходима, потому что люди пожилого возраста, они, в общем-то, доверчивые. С помощью таких встреч удается предотвратить новые преступления. Некоторые пенсионеры не только сразу распознают мошеннические схемы, но и помогают правоохранителям задерживать нарушителей закона. Случаи такие были. У нас даже одна женщина-пенсионер участвовала, помогла задержать так называемого курьера. То есть она с мошенниками вступила в диалог, поняла, что ее обманывают. Параллельно позвонила нашему сотруднику правоохранительных органов, к телефону которого там вот мы оставляем все время, телефон для связи, как сказать, для обратной. И мы, соответственно, среагировали. Но не все могут быть такими смелыми и проницательными, поэтому пожилых людей просят как минимум быть внимательными и осторожными при поступлении таких звонков. Не впадать в панику, а сразу обратиться за помощью к своим близким и знакомым. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. Цены на жилье в России будут расти до конца этого года, однако в следующем возможно падение, полагают эксперты рынка недвижимости. Грядущее увеличение стоимости обусловлено тем, что традиционно ноябрь и декабрь – месяцы, когда на рынке происходит наибольшее количество сделок. Люди стремятся до конца года реализовать свои накопления, премии и заработанные деньги, зафиксировав их в недвижимости. На вторичном рынке ставки по ранее одобренным ипотечным кредитам будут действовать примерно до января. Пока они действуют, будет спрос. И цены будут расти. В январе спрос снизится, на рынке наступит затишье, цены пойдут вниз, прогнозируют эксперты. А далее коротко о других событиях дня. В России хотят переписать правила дорожного движения. При этом МВД, Минтранс и ГИБДД призывают ограничиться точечными поправками. А представители общественной палаты настаивают на том, что ПДД нужно переписать целиком с учетом перспективы появления на дорогах беспилотных авто, роботов-доставщиков и других средств передвижения будущего. В России с 2024 года могут подорожать туристические путевки, предупредил турбизнес. На стоимость повлияют дополнительные затраты компаний на взносы в фонды для оказания помощи туристам в чрезвычайных ситуациях, например, для возвращения из-за границы. До 31 декабря на взимание платы с бизнеса действует мораторий, введенный в 2020 году на фоне пандемии. С тех пор он продлевался каждый год, но на 2024 год его пролонгация не планируется, рассказали в Минэкономразвитии. Соответственно, как полагают представители туротрасли, расходы бизнеса вырастут, что отразится и на стоимости путевок. Россияне набрали микрокредитов почти на 350 миллиардов рублей. За год объем увеличился на 18%. Клиентами таких финансовых организаций стали более 20 миллионов человек. В организации объясняют такую динамику переходом банковских клиентов в сегмент микрозаймов. Кроме того, граждане берут краткосрочные и среднесрочные ссуды дистанционно. На этот сегмент приходится основная часть выдач – более 205 миллиардов рублей. Прабабушки и прадедушки смогут официально оформлять опекунство над правнуками, а также получат право на ежемесячную фиксированную доплату к пенсии. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Согласно действующему законодательству, в случае, если в семье не осталось больше родственников, детей определяют в детский дом. Теперь, если здоровье у прабабушек позволяет, разлучать семью не потребуется. Больше россиян в этом году стало заранее готовиться к Новому году. Каждый десятый планирует купить подарки к этому празднику на Черной пятнице. А самой востребованной категорией оказалась электроника и бытовая техника. Самые желанные товары – смартфоны, наушники, носимые устройства или покупка этих гаджетов комплектом. Отмечается, что в целом участвовать в распродаже планирует почти 80% опрошенных. 18% еще не определились, либо ждут подходящего повода. Для одних морское чудовище, для других звучное и красивое имя для долгожданного малыша. Не так давно в перинатальном центре больницы Середавина на свет появился Левиафан. Родители мальчика объяснили, что имя выбрали задолго до рождения ребенка. Некоторое время спустя к Левиафану присоединились Михаэль, Филат, Ерофей, Аристарх, Риана и Эльза. Какие детские имена заняли первые строчки рейтинга за 10 месяцев этого года и почему редкие, не всегда лучше популярных, выяснила Ольга Павлова.
Первый крик, первый вздох, и вот на свет появляется еще один маленький человек. Пациентка перинатального центра Анастасия Ембаева родила дочку с ласковым именем Ульяна. Вместе с папой они называют малышку Булочка и трепетно готовятся к выписке. Мы знали, что если у нас будет именно девочка, то она будет именно Ульяна. То есть это такое доброе какое-то имя, поэтому Ульяша, ну, ласкательное, скажем так, поэтому мы сразу хотели Булочку Ульяшку. Если 18 лет назад имя Ульяна считалось редким, то сейчас оно скорее популярное, отмечают сотрудники перинатального центра. Самарцы – люди с богатой фантазией. В роддомах города рождались Рассвет, Луна, Зима и даже Вишня. А совсем недавно, рассказывают неонатологи, в центре появился на свет ребенок, имя которого удивило весь персонал. Мама назвала ребенка Левиафан. Мы заинтересовались врачами-неонатологами, потому что такое имя слышали впервые, и спросили, что же оно обозначает. Оказывается, оно обозначает морское чудовище. Многие родители называют малышей в честь родственников или знаменитостей, внимательно изучают характеристику имени. Для кого-то важны религиозные принципы. Леону Андреевичу 3 месяца, и кажется, спокойнее ребенка, по утверждению мамы Татьяны, нет. Малыш хорошо питается, много гуляет, гостей встречает с улыбкой и отзывается на имя Леон. А ведь мог быть простым русским парнем Ваней или Гришей. Я хотела назвать Гришей, потому что мне снился сон, что моего сына зовут Гриша. А муж хотел назвать Ваней, потому что у него прадед был Иван, очень хороший человек, и вот он хотел так сына назвать. Мы решили прекратить споры и уже решить, когда ребенок родится, посмотреть на него и сказать, на кого он больше похож. Оказалось, похож на Леона. Столь необычное имя родители дали мальчику из-за того, что он появился на свет в созвездии Льва. И так как имя Лев им показалось скучным, малыш стал Леоном. По итогам 10 месяцев этого года управлением ЗАГС Самарской области зарегистрировано более 20 тысяч новорожденных. Что интересно, мальчиков родилось больше, чем девочек. Рейтинг популярных мужских имен возглавляют Михаил, Артем, Александр, Матвей и Максим. Ну а редкие мужские имена этого года – Сава, Спартак, Стефан, Лукьян, Михаэль, Евсей, Ерофей, Моисей, Корней, Аристарх и Филат. Девочек в этом году обычно называли София, Анна, Ева, Виктория и Мария. В число оригинальных имен попали Августина, Луиза, Рианна, Ада, Аксинья, Акулина, Лукерия, Марфа, Матрена, Амелина, Эльза и Паулина. Следует отметить такую тенденцию, что популярные имена 80-х, 90-х годов сейчас отходят, ну, как бы вниз рейтинга. А те имена, которые были редкими, они у нас возглавляют рейтинг имен. Неизменным остается Александр. Он как был в советские времена популярным, он так и остается у нас на вершине рейтинга. Речь идет о таких именах, как Матвей, Данила, Лев, Арсений, Тимофей, Марк, София, Таисия, Майя, Василиса и Варвара. В 80-е годы эти имена присваивали единицам. Сейчас встретить, к примеру, Тимофея или Софию можно практически в каждом классе общеобразовательной школы. Причем на один класс нередко приходится несколько детей с одинаковыми именами. Впрочем, такой же была ситуация с именами Сергей, Алексей, Дмитрий, Елена, Ольга и Наталья в советское время. Родители малышей уверены, любое имя уникально и присваивается ребенку не случайно. Многие верят, что имя влияет на характер, успешность и некоторые способности. Но главное, по словам родителей, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми. Корреспонденты с обычными именами Ольга Павлова, Николай Сидоров. События. 15 ноября началось общественное голосование областной акции «Народное признание», по итогам которого жители губернии определят победителей 2023 года. В течение ближайших 2 недель необходимо определить лауреатов из 60 претендентов. Всего в этом году в Оргкомитет «Народного признания» поступило 757 заявок. Все участники – признанные профессионалы своего дела. На муниципальном этапе определили 228 победителей-конкурсантов. Далее члены общественного совета акции выбрали по 10 номинантов в каждой из 6 номинаций для прохождения финальный этап. Лауреатов определят в номинациях «Память и слава», «Мы вместе», «Признание и уважение», «Наследники победителей», «Герои нашего времени», «Единство и успех». Информация о номинантах акции представлена на сайте правительства Самарской области. Там же жители региона смогут принять участие в голосовании. Самарская область заняла 7-е место в топе самых активных регионов участников образовательного проекта в сфере информационных технологий для детских лагерей «День цифры». В период летних каникул к проекту подключились 2300 детских учреждений и организаций в стране. Это около 1 миллиона детей. Проект реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и направлен на раннюю профориентацию детей. Он дает возможность познакомиться с популярными IT-профессиями и актуальными информационными технологиями в
игровой форме во время отдыха в детском или пришкольном лагере. Самарская область активно участвует в подготовке IT-кадров со школьной скамьи и на протяжении долгого времени сохраняет лидерские позиции в рейтинге субъектов России. С 2018 года регион активно принимает участие в федеральном образовательном проекте «Урок цифры» и входит в топ-5 участников. Присоединиться к проекту «День цифры» можно в любое время. На сайте «Ученику. День цифры» доступна бесплатная методическая программа, подготовленная для лагерей. Она включает сценарии и описание игровых механик всех этапов, рекомендации для педагогов, обучающие видеоинструкции для вожатых и воспитателей, а также образовательные материалы для детей. Лучшие воспитатели города сегодня сражались за победу. В Самаре прошел второй этап городского конкурса муниципальных образовательных учреждений «Детский сад года 2023». В каких номинациях выступали участники и какие перспективы открывает победа в конкурсе в нашем сюжете. Они внедряют инновационные образовательные программы и готовы делиться своими наработками. В Самаре прошел второй этап городского конкурса муниципальных образовательных учреждений «Детский сад года 2023». Свои знания сотрудники дошкольных учреждений демонстрировали в трех номинациях. Команда детского сада номер 2 выбрала номинацию «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа». Наш детский сад на протяжении 5 лет работает в этом направлении. И, конечно же, это была уникальная возможность систематизировать и представить наш опыт работы на городском уровне в полном объеме. Конкурс муниципальных образовательных учреждений проходит в Самаре уже в 16-й раз. В первом этапе приняли участие 14 организаций. 9 победителей вышли в финал. От года все больше и больше принимает участие образовательных организаций, которые реализуют программу дошкольного образования. И это нас радует. А коллективы, которые принимают такое решение выступить в этом конкурсе, они на себя накладывают, естественно, высокую ответственность профессиональную и желание продемонстрировать свой опыт. А, как правило, это лучшие опыты. Любой конкурс профессионального мастерства – это возможность показать свой опыт, наработки какие-то. Это возможность и увидеть что-то новое. Поэтому конкурсы профессионального мастерства любые – это та основа, когда и коллектив развивается, и конкретно каждый педагогический работник развивается. Участники этого конкурса при подготовке, при самом выступлении, они находят те изюминки, которые потом используют и другие коллеги в своей работе. В финал конкурса выйдут 7 команд, которые продолжат борьбу за победу в региональном этапе. Виктория Шара, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. 15 ноября стартовала всероссийская тренировка дистанционного электронного голосования. Оно продлится до 8 часов вечера 17 ноября на портале ДЭК, напоминает телеграм-канал промышленного района. Необходимо зайти на сайт и нажать на кнопку «Участвовать в тренировке». Оно проводится среди избирателей, подавших заявление на участие в тренировке ДЭК и получивших статус «Учтено». Тренировка позволит всем желающим ознакомиться с процедурой электронного голосования и проверить совместимость устройства и браузера на соответствие минимальным требованиям корректной работы портала ДЭК. Меры поддержки для льготных категорий граждан в рамках социальной газификации продолжают улучшаться, информирует телеграм-канал Советского района. Теперь можно использовать субсидию по новым правилам, и сумма первого платежа может включать в себя весь объем предоставленных средств. Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что эти меры позволят оперативнее предоставлять государственную помощь большему числу льготников. Студентам, обучающимся по программам высшего медицинского образования по договору целевого обучения, предоставляется ежемесячная выплата, сообщает телеграм-канал городского департамента опеки, попечительства и соцподдержки. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333-52-28. 15 ноября празднуется Международный день молочных коктейлей, информирует телеграм-канал железнодорожного района. Подобие милкшейка было впервые приготовлено в Великобритании в 1865 году. Прообразом десерта можно считать сладкий напиток на основе яиц и молока с добавлением сиропа. В культурах разных народностей технология приготовления напитка имела свои особенности. Сегодня милкшейк делают на основе молока и мороженого. Для придания разных вкусов добавляют фрукты, варенье, сиропы, взбитые сливки, тертый шоколад.
На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи!